Дорогие приднестровцы, друзья, уходит в историю 2013 год. Он принес много важных и незабываемых событий для каждого из нас, для страны в целом. Это и визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и подписание нового протокола соглашения со спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным. Закладка и строительство новых больниц, школ, детских садов. Мы сталкивались с внутренними трудностями и внешними вызовами, но они сделали нас только сильнее. 2013 год мы провожаем с добрыми воспоминаниями и светлыми чувствами. Дорогие приднестровцы, благодарю каждого из вас за трудолюбие и усердие, терпение и желание внести свой посильный вклад в развитие страны. То, чего мы вместе достигли, тот путь, который избрали, вселяет надежду. Вскоре мы можем достичь гораздо большего. Мы чувствуем и знаем, Приднестровье будет успешным. Желаю, чтобы божественная сила, света, любви и добра, которая управляет судьбами Вселенной, вела приднестровцев к лучшему, к миру, духовному развитию, благополучию родителей и детей, процветанию нашей маленькой, но любимой Родины. От всей души желаю вам счастья. Поздравляю с новым 2014 годом, с грядущим Рождеством Христовым.